Если что, это он сам умер. Вот это подгон. Нихера себе! Чё? Чё? У него пипас где-то. Ну нахер, я сваливаю. Да ну, я не верю, я не имею права теперь все это просрать. Чёрт, надо строиться. Вон урон место. Закрысимся. Да, я могу здесь строить. Твою мать! Что это? Где ты? На нахер! Умри! Крыса! Ужас! Напугал до усрачки. Готово. Две двери есть. Все, нихера не видно. Надо уходить. Ну вот и рассвет. Мишка! Вот это да! Вот это удача! Опа, а вот это неудача. Я ему хэд дал вроде. Понял, принял. Окей, попробуем еще раз. Шот! Вот дерьма, кусок, как живет. Сейчас на развороте с Валером мне даст, чекай. Да. Как ты живешь? What the fuck? Two hits. Fucking shit. Окей, 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 окей.
Don't worry, you are really, really good. Yes, good. Give me a bow, really please. Appreciate to fight with you. Yes, sir. Give me bow. But do not shoot me. Okay. Thanks. Goodbye. Appreciate it. Bye, my friend. Жесть, ладно, разошлись. Но это было так... Почему он жив? Грёбаный его гвоздомёт. Но я слышал, как Валера перезаряжался. В чём прикол? Да, мне бы арбалетик, он бы точно скопытился. Ё-моё! А у меня две стрелы. Чёрт! Фух, последней стрелой. Спасибо. Нужна еда. Нужен отхил. Нужны ресурсы. Ну, нормально так, бустанулся. Ого, вот это удача. Труп валяется с луком. Лена из... Ага, окей. Так, подождите, а что на Эре? Он еще и падает в моем районе. Лол. Еще один лук. Спасибо. Что за жесть? Еще лук? Тупо по трупам хожу. Ни хера себе, мне тут просто насыпали всякого разного. Кто-то здесь рубил дерево. В доме, да ладно. В этот дом сосед мой прочухался. Опа. А добрый вечер, хедшот. Иу, я убил его. Что? Гантрэп. Он в меня стрелял с Валеры же, нет? Где его оружие? Где его грёбаное оружие? Вот он. Бежим. Ран. Вот это да, что это было? Боже мой, это АИМ. Это снова АИМ. А, бежит еще один чувак. Не надо в меня стрелять. Его дружки пришли, 100%. Попытка номер два. Шляпа, помоги мне. За что? За что со своими этими грёбаными гвоздометами? Все было в моих руках, и гантрэп, и... О боже, тихо. Спокойно, все хорошо. Без нервов. Вот он я. Бездыханный. Да, наконец-то я собрал на первый верстак. Вот это пот. И теперь я сделаю арбалет. Да, и теперь инкранты. Всем. Отдохни. Есть тело. Зашел туда, вовнутрь. Пещера. Да ну нахер. Надо его заагрить, чтобы он вышел из нее, чтобы он меня услышал. Но ок, я подожду. Либо его друг сейчас подойдет. Вон он. Хедшот. Отлично. По-моему, сдох. И его дружбан? Чё, будет выходить? Нет, по-моему, он там решил вообще засесть. Ну и ладно, лишний арбалет никогда не бывает лишним. Вот так вот, переработали. Отдыхай. Да, выходит, он здесь, он рели здесь. Хорошо.
Чё? Чё? С Валерой? Окей. Хорошо. Little Nuts. Значит, вот где мои соседи прям люто обитают. А вот он. Хэдшот. Как? Пойдет? Надо повыше забраться. Ого, тут. Убегает. Угу. Мансует при этом, понял. Обходит с двух сторон. Ишь какие. Чё, Валеру будете брать сразу? А, Валера там у вас, да? Ну хорошо, Валера на помощь, наверное, идет. Где он тут стрелял? Вот он. Хорошо. Там справа еще кто-то. Лежит. Да ну. Чё за хрень? У тебя Валера был? Жесть, понял, сваливаю. Вот и Валерка к нам пожаловал. В руки. Надо его засейвить. Но они могут меня чекать уже возле хаты. Они знают, где я живу. Отдохни, ублюдок. Так, скидываем Валеру. Патроны. Странно, у него были патроны на дробаш, но при этом был без дробаша. Фух. Ну норм, чё. Кажется, я их разозлил. Так, попробуем выйти с гвоздометом. Вроде никого. Ага, вон. Вижу. Тычка. Чёрт. Вот это был халявный на самом деле Валера. What's up? Door camping? Yes? Of course. Yes. А, окей. Shoot him. I help you. А может, я ему не help you. I help you, окей? А, они его завалили. Тихо. Бляха, этот палит. Этот пушит. Хэдшот. Отдыхает. Черт, не надо, ну не надо, ну как достали факинг гвоздомет. Горит с него просто. Что это за дерьмо? Почему я с него не убиваю, а меня убивают с него? Ха, door camping. Suck my dick. Fucking shit. You dead. Of course. Успел закрыть. Фух. Теперь будут сидеть. Смотрите, как бомбит у этих петушков с того, что я у них отжал Валеру. Теперь будут там кукарекать у меня. А, Little Nuts. Вот у него жопа горит. А, фу. Надо большие ящики ставить. О, еле впихнул. Черт. О, да. Это было красиво. Ну вот, я накопил на то, чтобы изучить револьвер. Убил? Есть. Сдох. Арбалет заберу. Сосед вылез, прикиньте. И что удумал? Хотел меня опять с гвоздомета этого нагнуть. Будем изучать Валеру. Отлично. Тупо по два хеда. Еще хед. Пацаны, ну три хеда, ну за что? Ой, что ж мне так не прет? Он лут передает своему бичу.
Тихо. Итак, мне осталось совсем немножко до того, чтобы изучить пистолетный патрон. Так что я иду лутать бочки. Наконец-то. Аллилуйя. О, пойдет. Ого. Ого, да что ж такое? Ого! Я вас понял, спасибо. Мать твою! Что это было? Хобана! Еще один. Хорошо, обменялись. Попал. Убегает. Ай, дерьмо. Рано выстрелил. Он спрятался, я понял. Ладно. Убежал и убежал. Я убил-то одетого. Где он? Е-мать! Чё, дурной? Относим. Я тут еще дерево дропнул. 2000, по-моему. Блин, и тот, наверное, фуловый. Вот он и убегал. Пойдет. Вот это класс. Все надо. В хозяйство все пойдет. Чё? 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 А, понял. Сорян, мужик, я думал, ты с киркой. Ты мое дерево случайно не подбирал? Вот оно. Раз, два. Зашибись. Залутано. А что в руках у него было? А, арбалет. Окей. Надо сходить на переработчик и все это дерьмо переработать. Да, возникла небольшая проблема. Мне некуда скидывать лут. Вот же, блин. Надо расширяться. Да, цыпа? Не понимаю, меня походу байтят. Нет. Ого. Вот это у пацанов тут разборки. Ну-ка. А если я... Не, меня вот этот интересует, который здесь с луком и с арбалетом. Ага, попали. Этому тычку он упал. Где арбалетчик? Черт. Не вижу его. Вижу. Чё, кого, пацаны? Чё за разборки? Э? Опа! Там я еще одного убил. Ага, вон он там крадется. Подожди, где-то я лучника вальнул. Вот он. Нет? А вот. Стрела.
Где его труп? Ладно, мне надо все вот это переработать. Ну, вот так-то лучше. Мать твою за ногу, где? Кто? Не понимаю. Что это? Я ничего не вижу. Помогите! Как он видит? Ублюдок, мать твою. Боже, вот это я сейчас вообще испугался. Ну его нахер. Он, может, там от блидинга сдох. Тихо. Боже мой. Они повсюду. Они смотрят за мной. Попробуем до дома дойти. Хоть бы луна вышла. Все, я дома. Фух. Я переборщил с расширением дома. Теперь надо лутать камень. О, пацанчик бежит. Вроде даже одетый. Ага, запрыгивает в хату. Зашел. Сосед проснулся. Еще один. Хобана, что это? А что это? Черт. Промазал. Тихо. Подождем его. Может, сейчас чем-то выйдет. А, идет. С чем бежал? Опа, а что это у тебя там такое? На, кочерга. Френдли с луком. Двустволка. Ого. Это в спину мне не пойдет там? Опа, биги, подъехали. Вот это да. Так, вон, вижу. Черт, что мне не попасть-то? Что случилось? О, другой разговор. Бля, здесь идет кто-то. Тихо. Обменялись. Почему он на сближение идет? Ну, что-то было? Сейчас, чувак, подожди, я тебя залутаю. Я знаю, что ты сдох. Просто там еще два тела у меня на хвосте. Такое себе. О, сдох. Черт.
чуваки тут сидели, разделывали трупы? Местные каннибалы. Ладно, надо мне отправляться за камнем.